Всем привет, ребята! И в этом ролике у нас группа Bandmate с треком Domination, что переводится «Господство». Давайте вместе с вами посмотрим. Не забывай с тебя подписочка, лайк. Также, если у тебя есть финансовая поддержка, ты можешь задонатить на улучшение канала, на новую веб-камеру или просто закинуть ссылочку на какой-то из роликов. Я обязательно посмотрю, сделаю на нее реакцию. Но мы погнали, посмотрим с вами ролик. Подписочка, лайкос, погнали! Всем привет! С вами я, опять Данил. Лайк поставил? Посмотрим с вами. Подписался? Я появился на своем канале, ребят. Тогда погнали! Bandmate. World Domination Tour. О, гитара. О, погнала жара. Вау, какой у него голос рычащий такой. Ребят, я хотел сказать то, что вначале уже так она резко начала так... Ну, резко вот всегда вот в ихней группе резко влетает сразу гитара в начало. И я как бы просил вас, чтобы кто-то из вас вообще, кто знает эту группу, Bandmate, чтобы вы рассказали об этой группе что-нибудь, чуть-чуть хотя бы, как зовут этих девочек, но я читал вообще все комментарии, но никто из вас ни один не написал, как зовут этих девочек. Кстати, вот подсказочка на тот ролик сверху. Можешь пойти и посмотреть этот ролик, если ты еще до сих пор не видел. Дальше смотрим. Вау! Вот это лазерное шоу вообще прикольно. Прикольная подпевка с зала такая, слышно, да? Клетчаток. Вау. Я скажу, ребят, эта группа даже тоже прикольно играет на бас-гитаре, потому что когда донатили и просили, чтобы я сделал реакцию на Love Bites, там то же самое, говорят, то, что это самая лучшая группа из девочек, которая вообще самая хорошо играет прикольно на гитарах. Но здесь тоже как бы... Тоже круто, прикольно играют. Тут даже три струны, нифига. Вот это девочки качают так. Вау, барабаны неплохо. Ха-ха.
Что ты сказала, но я согласен с тобой, неплохо. На этом все, как бы, оказался ролик коротким. Domination, господство. Если тебе понравился этот ролик, также ты можешь поддержать этот ролик лайком и подписаться. И обязательно, если у тебя есть финансовая поддержка, задонать. Идет на улучшение канала, так что все, на этом конец. Как бы, если хочешь что-нибудь, чтобы я посмотрел, задонать любую сумму минимальную и скинь ссылочку, я обязательно посмотрю. На этом все. Встретимся с вами в следующем ролике. Пока!